Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на 9-й кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область. Каждый дом, каждая семья. Смотрите выпуски. Престольный праздник главного храма Биробиджанской епархии Благовещение отметили прихожане и духовенство Благовещенского кафедрального собора. Предупрежден, значит вооружен. В Биробиджане проводятся профилактические рейды по водоемам города. Решение принято. Мнение собственников учтено. 20 дворов отремонтируют в этом году в рамках программы «1000 дворов на Дальнем Востоке». Редкие животные на редких монетах. Выставку «Драгоценный мир живой природы» проводит Банк России в Биробиджане. Благовещение – двунадесятый праздник, который православные христиане отмечают 7 апреля. Считается, что в этот день Пресвятой Деве Марии явился Архангел Гавриил с вестью о том, что вскоре у нее появится на свет Сын Божий Иисус Христос. Праздник Благовещения является престольным для главного храма Биробиджанской епархии – кафедрального собора, освященного великим чином 28 августа 2005 года в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Ранним утром верующие собрались на праздничную божественную литургию. По ее завершению вокруг храма совершили крестный ход. С пасторским словом к прихожанам обратился архиепископ Биробиджанский Кульдурский Ефрем. Благая весть пришла относительно недавно, если брать в сравнении с историей всего христианства. Но она дала свои плоды многочисленные, благодаря тому, что ее услышали, восприняли и ныне слышат и воспринимают неравнодушные люди. Люди верующие, желающие в конкретных делах засвидетельствовать свою веру, поскольку Священное Писание говорит, что вера без дел мертва есть. Благовещение Пресвятой Богородицы – чудесный праздник, в который можно просить у Господа и Божией Матери защиты, помощи и покровительства. Любая молитва, произнесенная от чистого сердца, лишенная корысти и зла, обязательно найдет отклик на небесах. По поверьям, погода на Благовещение имеет особый смысл. Дождливый день – к полноводным рекам и хорошим уловам рыбы в течение всего года. Ветер и туман – к урожайному лету. Ольга Киселева, Богдан Патрин, Новости 21. Рейды по водоемам Биробиджана и ЕАО продолжают проводить областные спасатели совместно с другими заинтересованными службами. Особенно актуально это стало с приходом весны, потеплением и таянием льда, когда находиться на нем стало опасно для жизни. При этом некоторые граждане все равно пренебрегают риском и пытаются сократить путь через водоемы. Проезжаем практически все водоемы, которые находятся в зоне ответственности группы патрульной службы города Биробиджан. Основные водные объекты проверяем запрещающие знаки, их наличие и проводим профилактические мероприятия с гражданами, которые находятся вблизи водных объектов. Особое внимание во время рейдов уделяется нахождению на них несовершеннолетних. По пути в школу или возвращаясь с нее, детей привлекают карьеры и заливы, расположенные в черте города. Попытки проверить толщину льда или попрыгать по льдинам часто приводят к несчастному случаю. Напомним, в 2019 году, именно весенний период, в самом центре города, на набережной, под лед ушел 9-летний мальчик. Спасти его не удалось. Есть административная ответственность, статья 5.35, это неисполнение родителями своих обязанностей родительских, обязательно это вызывается на комиссию по делам несовершеннолетних и уже принимаются меры к родителям. Для предотвращения трагедий проводится активная работа с несовершеннолетними в учебных заведениях, где детям разъясняют об опасности нахождения игр на льду, рассказывают алгоритмы действий при спасении, если несчастного случая избежать все же не удалось. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21. 1000 дворов на Дальнем Востоке. Так звучит программа, в рамках которой в 2022 году отремонтируют 20 дворов. 10 в Биробиджане, 5 в Октябрьском районе, по 2 в Биробиджанском и Смедоуческом районах, 1 в Облучинском. Оценить состояние территории на улице Осенней, 23 в областном центре приехали представители муниципалитета и депутаты. Рассказали с участием нашего мэра, представителей мэрии, в каком формате это будет все происходить, как это будет выглядеть, какая территория будет комплексно благоустроена.
принципе, обсудили все вопросы. Программа инициирована полпредом президента ВДФО Юрием Трутневым, а контролирует ее реализацию на региональном уровне губернатор ЕАО Ростислав Гольштейн. На обновление придомовых территорий в автономии выделено 135 миллионов рублей. На сегодняшний день разработаны проекты, дизайны, и мы сегодня вот вышли с людьми, согласовали, они, в принципе, воодушевились, увидели, что мы применяем определенную новую идею, геопластику, и попытаемся сделать дворы, ну, нестандартные, а такие современные, за которые будет не стыдно и нам, как власти, и жители будут получать удовольствие от того, что на их территории появятся такие новые идеи, новые решения. Решение о благоустройстве принято, при этом учитывались мнения депутатов и управляющих компаний. Ну и, конечно же, пожелания собственников жилья. У нас площадка большая, очень большая, но она стоит у нас пустая. Вот если нам все это сделают, поставят, то будет классно, будет хорошо. Ну, надеемся на хорошее. По поручению главы региона все работы должны закончиться уже летом, так что у жителей есть возможность оценить результат еще до наступления холодов. Алена Шот, Дарья Куприна, Денис Листюхин, новости 21. Познакомиться с редкими монетами, которые посвящены краснокнижным и исчезающим видам животных Дальнего Востока России, могут биробиджанцы и гости города на выставке местного отделения Банка России. Экспозицию «Драгоценный мир живой природы» развернули в зале многофункционального центра ЕАО. Проработает она до 10 мая. Выпускаются такие монеты с 1993 года редким тиражом, и практически все находятся в коллекциях нумизматов. При их изготовлении используются драгоценные металлы – золото и серебро. За 30 лет было отчеканено и выпущено более 150 видов монет этих серий. Такие монеты выпускаются в ограниченном количестве, и поэтому встретить их в свободном обращении практически невозможно. У посетителей выставки будет уникальная возможность познакомиться с редкими денежными знаками. Увеличенные изображения монет расположены на стендах и сопровождены справочной информацией о самих денежных знаках и животных на них. Это сделано для того, чтобы посетители смогли рассмотреть экспонаты в мельчайших деталях. Андрей Кирюшин, Богдан Патрин, новости 21. Вложение – это вложение в комфорт и уют в вашем доме. Акции от компании «Стройлига». При заказе остекления балкона или балкона под ключ вы получаете сушилку для белья в подарок. При заказе окна – москитная сетка в подарок. Также действует скидка до 35% на окна и балконы. «Стройлига». Бесплатный замер по всей ЕАО. Телефон 77-955. Адрес: улица Шалом Алейхема, 73. Театр «Кукол-кудесник» ждет гостей, взрослых и детей 9 и 10 апреля. 9 апреля в субботу. В 11 часов спектакль про двух гусей Гога и Гарик. В 13 часов «Как страусенок друзей искал» сказка из кубиков. 10 апреля в 11 часов спектакль «Веселый сон». А в 13 часов старая сказка на новый лад про красную шапочку. Приходите всей семьей в театр «Кукол-кудесник». А? Переспрашиваете? Что проще скрыть? Большие проблемы со слухом? Или маленькие слуховые аппараты? Специалисты по слуху «Аудионика» помогут найти правильный ответ. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 7-40-40. «Аудионика». Хочется чего-то новенького? Попробуй колбасу деликатесная «Люкс» от «Бридер». Чистый экологический продукт, насыщенный мясной вкус. Уже в продаже в магазинах города.
В бюджетную организацию на постоянную работу требуются врач, психиатр, медицинская сестра, начальник хозяйственного отдела, зарплата от 40 тысяч рублей, специалист по охране труда, зарплата от 30 тысяч рублей, повар, кухонный рабочий, уборщик служебных помещений. Обращаться по телефонам 8 42 622 35 9 12 и 8 924 747 10 33. Более 900 городов доставки, десятки тысяч выполненных заказов, любые запчасти для автомобилей и мотоциклов. «Экзист.ру» – запчасти на всю страну. В твоем городе, на Пионерской, 69. В трудные времена рассчитывать можно только на друзей. Мы не повышаем цены на стоматологию в клиниках «Тари Люкс» и «Тари Ленд». 475-807. Друзья рядом. Урожай круглый год. Заказывайте теплицы на Школьной 11. Крепкие, надежные, проверенные временем и непогодой. Любых размеров. Звони и заказывай 222-89 и 8-914-815-96-78. Мучает сколиоз и ломота в суставах? Устали от головных болей? Центр восточной медицины «Гармония». Это акупунктура, различный массаж, постинсультное восстановление и многое другое. «Гармония. Жизнь без боли». Улица Дзержинского, 20Б. ОГБУ МФЦ требуются специалисты по работе с клиентами. Работа в перспективном учреждении, широкие возможности развития, коллектив профессионалов, оформление согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, соцпакет, кадровая служба 8 42 622 404 37. У Ивановых на балконе дождь идет. Вот так. А у Петровых вот так. Просто Петровы купили балкон в технологии роста и получили шумоизоляцию в подарок. Технология роста – ваш тихий, уютный балкон. Звони и заказывай. 2-22-11. Твоя аптека.рф. Онлайн-сервис бронирования лекарственных средств. Хотите покупать быстро и выгодно? Просто оформите заказ в приложении и заберите его уже через 10 минут в любой ближайшей аптеке или закажите курьерскую доставку. Для вас работают более 300 аптек-партнеров на Дальнем Востоке. Действуют регулярные скидки, акции, бонусная программа и бесплатные консультации квалифицированных специалистов. Твоя аптека.рф. Здравствуйте, с новостями бизнеса Вячеслав Посмотрим. Женщины привыкли быть неотразимыми, даже если этого не видно с первого взгляда. Дом белья «Русский размер» заявляет. Цены на нижнее белье и купальники остались прежними, ведь магазин работает с отечественными производителями. По-настоящему большой выбор нижнего белья от 42 до 64. Шикарные размеры для шикарных форм. А также домашние платья, халаты, пижамы, спальные комплекты, носки, колготки и, конечно, купальники. На купальники «Русский размер» размер обращает отдельное внимание. Ведь лето, а значит и пляжи, и курорты не за горами. Слитные и раздельные, строгих и ярких расцветок. Детские и взрослые купальники лучше приобрести заранее, до начала сезона и по прежним ценам. Дом белья «Русский размер». Шалом алейхима, 12. Скоро весна, и магазин «Моделон» ждет милых девушек в гости. Самое время тщательнее следить за своими волосами с линейкой итальянских красителей «Эммеби». Кстати, «Моделон» – единственный официальный представитель бренда на Дальнем Востоке. Красителем я работаю, наверное, лет 8-10. Считаю его уникальным. Это самый крупный магазин, в котором можно приобрести много товаров, которые нужно не ездить по всему городу в поиске какого-то либо одного средства или там другого, третьего. Ассортимент очень большой и качество товаров достойное. Каждая девушка мечтает снять эти надоевшие сапоги и ботинки и щеголять маникюром и педикюром. В магазине «Моделон» прекрасный выбор гель-лаков. И всегда в наличии корейская косметика, одноразовые маски и патчи, питательные крема для тела. Ну а разобраться во всем этом многообразии помогут опытные мастера-консультанты. «Моделон». Шалом алейхима, 12. А
Омоложение через оздоровление. Студия Face Fitness – это целый комплекс процедур, которые сделают вас здоровее, вернут былую стать и яркость жизни. Остеопатическое оздоровление и фейспластика – это ультрамодное направление, которое дает поразительные результаты уже через несколько применений. Натуральные масла благотворно влияют на состояние кожи, позволяют расслабиться, а руки мастера получить максимальный эффект от процедур. Студия остеопатического оздоровления и фейспластики Face Fitness. Красота начинается со здоровья. Улица Миллера, 8.